Всем привет! Хочу вам показать мой первый обзор на продукцию от компании T&D. Это мой первый обзор, так что идите строго. У меня сейчас немножко расскажу. Значит, что я очень давно хотела. Как бы я знаю пилинг молочный. Вообще его даже не открывала запечатанный. Гель для умывания. Для жирной и комбинированной кожи. Естественная красота. Еще не пробовала, вот хочу попробовать. И пилинг. У меня был пилинг только персиковый. Сейчас его убрали давненько. И вот хочу попробовать молочный. Как бы функция у них как бы одна. Отшелушивание оргоевшей кожи. И вот крем для ног со змеиным жиром. Увлажняющий. Немножко не хочет фокусироваться камера. И такой же крем для стоп, тоже со змеиным жиром. Я хочу как бы об этих двух кремах, я хочу подробнее попозже вам расскажу. Мне также в подарок пришел с этим заказом чай почечный. Сейчас я открою, чтобы вам показать. Там он пакетики. Пахнет травами. В таком как бы пакетике. Как бы еще даже не пробовала. И вот хочу пробовать тоже вот две маски. От Мастер Херб от черных точек. Конечно, надо курс, но я сначала пробую по одной. И это все пришло доставкой, так скажем, водителем. Сказала я через человека. У нас есть офис. Так как я сейчас не могу пока выйти сама себе это приобрести, то мне привезли на дом.